Андрей Михайлович, обидная потеря очков. По горячим следам, чего не хватило для победы? Ну, во-первых, хочу отметить, что сегодня провели очень качественную игру. Как в атаке были хорошие действия, создавали моменты, так в обороне действовали довольно-таки надежно. Особенно во втором тайме у нас больше получилась игра. В первом тайме, может, немножко робковато выглядели. Соперника испугали. Соперник хороший, не претендует, а у него стоит задача выхода в первую лигу. Поэтому на уровне Осипович мы смотрелись даже очень прилично и моментами переигрывали их. Больная тема для команды – пропуск мячей на последних минутах. Как будете решать проблему и что говорите все ребятам по поводу? Ну, это не проблема, я бы не назвал это проблемой. Всегда к концу игры накапливается усталость, плюс играют по счету. Всегда подсознание будет у ребят висеть, что мы ведем, и надо как-то отстоять этот счет. И вынужденно прижимаемся. Плюс соперник, конечно, тоже хочет выиграть и усиливать давление. Поэтому я бы не сказал, это проблема. Мы тоже забивали на последних минутах. Это футбол был. Голы забиваются с первой по 90 и плюс. Вернемся к прошлому матчу, первый тур, выездной матч с Колосом. Что там не хватило для того, чтобы одержать победу? Ну, там не хватило реализации. Мы создали столько моментов, когда были должны закрывать в начале второго тайма игру. Но в концовке опять-таки пропустили. Но там были свои проблемы. Все-таки поле не позволяло играть в более качественный футбол. Но все равно должны были там выигрывать. Ну, я говорю, эта победа бы ничего не решила. Все будет решаться в последнем туре. Да, в последнем туре сыграть с Лескозом. Какие планы на эту игру? Как будете настраивать ребят? План на игру – это выиграть, как и на любую другую игру. Настраивать, я думаю, здесь не надо. Это опять-таки это гомельское дерби. Соперник тоже будет настраиваться на серьезную игру. Все ребята прошли то через дубль, поэтому будут тоже что-то доказывать. Поэтому игра будет сложная, но я говорю, если мы будем играть так, как сегодня, тогда, я думаю, будет все хорошо. Хорошо играли, создали очень много моментов. Не смогли их реализовать. Пропустили нелепый гол. В переходной фазе снова завалили, отобрали мячик, но сразу же его потеряли и быстро атака соперника, пропустили гол. Но в первом тайме показалось, что Осипович имели некоторое преимущество, потом все-таки во втором половине перехватили. И чего не хватило для того, чтобы довести дело до победного конца? На Осиповича мы настроились хорошо. Может, соперник плюс опытный, играл в первой лиге и сейчас стремятся выйти туда. Просто опыт, думаю, а во втором тайме они чуть подустали, и нам надо было забивать свои моменты, чтобы мы все равно тоже хотим дальше пройти. За это так игра и сложилась. Команде пока не удается победить. Два ничейных результата. Что нужно сделать для того, чтобы уже в решающем матче с Лесхозом? Работать. Только работать. Чего-то нам не хватает. Может, какого-то везения, я не знаю. Мы пропускаем голы только в конце матча, на вот этих минутах последних. Чего-то не хватает. А тренер что говорит по этому поводу? Говорит, тоже будем работать. Сделаем работу над ошибками и идем дальше. Нам надо в следующей игре победить по-любому. Спасибо.